тебя делать? Юлика у меня на реабилитации. Я же по совместительству врач. Ты похож на Котю. Я тоже усы отращиваю. Или у тебя не дрянь для себя, ребят? Плохое зрение, да. На Дерек Пинч идешь? Нет. Юлька, хорошо смотри. Спасибо. Стал легкий, позитивный видео, что никто... Видно, что мы сегодня делаем. Да. Мирена за корешом, да. У моря кайф. Но не так в большом городе. Люблю динамику, чем ты занимаешься, где трудишься. О, Настя, это достаточно такая долгий разговор, долгая тема. Потом как-нибудь в личике расскажу. Реабилитирую ее. Да. Ты красавчик, мы с тобой земляки, спасибо. Так, меня Лиза отвлекла сиськи. Прилетает что-то там про море. Настюх, я бы с радостью, но, короче, пока не могу. Типа, скажем так, что... Ну, ты знаешь, типа, мою ситуацию. Я сейчас немножечко на месте забуксовал. Проблем очень много. Напишите в личку сейчас, да. Очень много траблов. Типа, я точно не смогу позволить себе куда-то отдыхать, пока поехал. Давай, я тебе отвечу. Сейчас я пожрать возьму, доеду до Макдональдса. Сегодня жру мак. Пожру мак. Я бы, может, и прилетел бы. Я, правда, хочу отдохнуть. Но, блядь, короче, пока нельзя. Пока нельзя отдыхать. Не до отдыха. Нужно работать. Где сыну лучше учиться на права? В Казахстане или России? В Казахстане. Там в плане вопрос проще решить. Тебя насколько? У меня на минус один посадил, читая книги за год, прочитав 800 книг. Ничего себе, нормально, так 800 книг. 800 книг за год, это сильно, сильно. 800 книг за год, блядь. В году 365 дней. Это ты что, блядь, почти по 3 книги в день прочитывал? А ты когда жил-то? Это... Пиздежом попахивает. Очень сильно причем. У тебя же правильное питание, какой маг. Сегодня, короче, я на неправильном движении. Сегодня я еще и пью алкоголь. Когда в Сочи? Не знаю. А с Вилькиным, бывшим Игорьком, общаешься? Достаточно давно с Игорем не общаемся. Наверное, с августа еще. О, сейчас припев будет, слушай. Это та самая песня. Кто ее узнал? Сейчас будет. Слушайте. У меня депрессия. Нет, ты мог читать, конечно, по, блядь, 3 книги в день, если это были, там, не знаю, сказка «Репка», блядь. Что еще? «Колобок». Книжка «Колобок». Я такие книги тоже могу 3 в день прочитать. Но как можно прочитать, блядь, 3 каких-то книги по 200 страниц за день и так на протяжении года? Это нереально. Ладно, Даню, хороший мальчик. Депрессия, внушение, уход с головой, что делать, что случилось, боюсь. Короче, по поводу депрессии, просто расслабься. Расслабься и позволь этой депрессии тебя окутать. Кайфуй и думай о смысле жизни. Каждый день так делаю. Я каждый день в депрессии, ничего. Год уже. Полтора почти. Бой, куда ебать? Таксисты вообще охуевшие, я выебал, блядь. Они как будто нахуй в каско застрахованы, у них, блядь, 3 жизни. Я, типа, вообще худею. И смотрю, узбек за рулем. Бля, вы что, читеры, что ли? Вы возрождаться умеете, я не знаю. Тачки не ваши, блядь. Жизнь одна. Вы что творите-то на дороге порой? Санечек, братишка. А, но твоя первая книга «Маленький принц» Антон де Сент-Экзюпери. Я не читал это. Я смотрю, Айкос, а Гло не пробовал? Гло пробовал. Не нравится мне вообще Гло. Скоро будет Макдональдс. Таня, любишь Таньку, конечно, да.
вы обо мне общаешься? Вообще никогда не общались, даже не знакомы. Никита с Дом-2, бывший участник, правда, в тюрьме сидит? Никита с Дом-2, бывший участник, правда, в тюрьме? А, Шеляков, что ли? Не сидит он в тюрьме, не фильм снимает, а он в кино снимается, в сериале. Там просто на зоне съемки. Кстати, сериал для Netflix. Netflix. Никитос на уровне, для Netflix снимается. Серьезно говорю, правда. Без шуток. Сейчас у него съемки «Маски». А мы с Никитосом плотно стали общаться. Раньше-то не особо общались, а сейчас это... Ну, почти не каждый день, наверное, созваниваемся. Бардиков вернулся. Да, я видел, видел. Красавчик. Крутые очки. Thank you very much. Спасибо за ответ. На здоровье. А про свою Таню, как страшно, сон заходит. Убавь звук. Ха. Я имею в виду, ты маленький принц, а Захар Листва верный друг. Что, блядь? Что? Сука! Я видел, я понял, кто ты, я видел этот бред писал. Я читал эту хуйню. Прочитал, охуел, думаю, блядь, что ты курил? Я, блядь, маленький принц, а Захар Лис, мой верный друг. А, я все того ебал, блядь. Много не пей на днюхе, губы красивые. Спасибо, спасибо. Никита, говорю, в кино снимается, там фильм, они на зоне, сериал. Привет, как дела? Дела вот так вот. Спать хочу. Дань, где едешь? Проехал. Только вот Вегас на Каширке. Видите, твой дом вон. Вон твой дом. Это Вегас на Каширском шоссе. Каширку проезжаю. Куда едешь? Еду. Здесь, короче, кто по МКАДу едет, можем сейчас наловиться. Я буду в Макдональдсе. Дальше Мак есть по МКАДу. Тормозну там, похаваю. Перекушу и дальше в путь. Пил подарок Милене? Да, да. Урага-бомба. На Каширке, да, да, на Каширке. Ну нет, Мак чуть дальше Каширки. Дань, ты сочный фрукт, сладкий. Спасибо, малыш, спасибо. Дань, зачем тебя отмечают? На... пока что. Ебать мой хуй. Ебать, долбоеб тупой, сука, олень ебаный нахуй. Держи дистанцию, мразота, бля, ебучая. Прям чуть в жопу не въехал мне, ебырок тупорылый. Бля, как меня бесят нахуй люди. Долбоебы прям, блядь. Особенно там пидор какой-нибудь престарелый, блядь, который ездить даже не умеет, блядь. Пиздец, просто в миллиметре от меня затормозил. Я, блядь, его родинку на носу разглядел в зеркало заднего вида, блядь.
Это ты, что ли, в меня чуть не въехала? Фиолетовый, блядь, китайский автомобиль, у вас таким знаком. Черри, это да, черри. Фиолетовый, сука, это ж какая бескусица должна быть, блядь. Фиолетовый, даже не фиолетовый, а сливовый такой. Он еще и жмется, блядь, дальше продолжать. Куда, блядь, ты жмешься, нам? Смотрите. Соблюдайте дистанцию на дороге. Вот, и быстро не гоняйте. Счастья, здоровья. Что-то ваш раз фокус еще пошел. Ты злой. Очень злой. Все, ребятки. Давайте. Блять, а как выйти-то?